Skiers ready. Attention. Команды на английском, но понятные для всех. Сегодняшний день у юных фристайлистов полностью посвящен скикроссу. В заездах спортсмены стартуют четверками. Главное правило – на дистанции запрещены контакты. При этом борьба идет на каждом участке трассы. Падения бывают. Не страшно? Ну, с определенной защитой это не так страшно. Я вообще люблю детские соревнования, потому что дети воспринимают это как праздник. Ну, я, конечно, думаю, что после финиша будут и слезы, у кого что не получилось. Хоть скикросс и является одной из самых зрелищных и опасных программ фристайла, все обошлось без личных трагедий. Ожидания перед стартом участники проводят по-разному. Кто-то здесь же подготавливает лыжи, а некоторые коротают время, прячась от лучей весеннего солнца. Тенек, жарко сегодня. Ну и как погода вообще хорошая для фристайла? Не очень, сильно жарко и слякоть. Здесь, ребята, все заряжены на победу. Идет конкретная борьба. Только борьба. У меня нет соперников, мне не с кем соревноваться. Я одна в своем роде. А почему? Ну, соперницы просто меня боятся и не приходят на такие соревнования. И это не мудрено. Елизавета является одной из лучших в стране в своем возрасте. Но если сегодня красноярские лыжники соревновались в основном друг с другом, то завтра в город приедут ребята из Томска, составив конкуренцию в Могуле и Слоупстале. Сами же трассы уже готовы принять юных фристайлистов. С России раньше приезжали больше спортсменов, но сейчас поближе стало в Питере, в Уфе, Чусовом, всероссийские соревнования. Поэтому они к нам, наверное, дорого ехать. Хоть эти соревнования и детские, но все равно наталкивают на мысль, связывающую с крупнейшим стартом, который только еще предстоит принять Красноярску в ближайшем будущем. Именно скикросс и могул наряду с лыжной акробатикой будут в программе фристайла на Красноярской универсиаде. Эта дисциплина наряду с лыжным ориентированием и хоккеем с мячом включены в соревновательную часть игр как опционная, то есть той, на проведение которой настояла сама принимающая сторона. Отличие от нынешних соревнований будет лишь в том, что через 2 года фристайлисты будут выступать не здесь, а на склонах спортивного комплекса Академии зимних видов спорта. По планам, именно в нашем городе после универсиады планируют сделать федеральный центр по подготовке фристайлистов. Антон Соркин, Дмитрий Яковлев, Афонтово новости.